Дорогие участники всероссийского конкурса, спасибо маленькому герою. Я искренне благодарю вас за ваши удивительные работы. Каждому участнику, вашим учителям, родителям особенная благодарность за такой творческий подход к такой сложной теме, как дети и война. Я от всей души поздравляю вас с 75-летием Победы и желаю быть достойными наследниками героев нашей страны.